Мы благодарим за то, что мы живы и здоровы, за то, что мы имеем эту привилегию приходить в Дом Божий, искать Твоего лица, наполняться Твоим Духом Святым, Твоим откровением, кушать Твой хлеб насущный, который Ты приготовил сегодня для нас. Бог мой, мы просто сейчас пленяем наше помышление в послушании Иисусу Христу. Мы, Господь, как написано в Твоем Слове, сейчас просто отдаем все свои нужды, все свои заботы Тебе, ибо Ты позаботишься о нас, и мы сейчас хотим сместить свой фокус на Тебя, искать лица Твоего. Также Слово Божие говорит: остановитесь и познайте, что Я Господь. Дай нам сейчас просто остановиться в своих мыслях и познавать Тебя через поклонение, через молитву, через общение с друг другом, через Слово Божие, Господь. Мы любим Тебя, мы доверяемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы взываем к Тебе, поднимаем свои руки к небу и говорим: вот мы, Господь, вот мы здесь, такие, какие мы есть. Мы желаем славить Тебя, мы желаем общаться с Тобой, быть в Твоем присутствии, радоваться. Этот день сотворил Господь, радуйся, написано в Слове Божьем. Мы хотим радоваться и веселиться, Господь, пред Тобою. Мы хотим посвятить это время для общения с Тобою. Мы славим Тебя, мы превозносим Твое святое имя. Аллилуйя. Все слезы сосчитал.